Люди нашего края славятся широкой душой и гостеприимством. И вновь наш город готов принять гостей из разных уголков нашей республики, чтобы провести первый открытый городской фестиваль «Тирасполь – столица дружбы и единства народов Приднестровья». Который состоится 15 октября у кинотеатра «Тирасполь», где различные умельцы продемонстрируют для вас различные мастер-классы. Также у всех жителей и гостей нашего города будет возможность сделать интересное фото в специально подготовленных для вас национальных фотозонах. Ровно в 12:00 на нашей сцене начнется интерактивная игровая программа, в которой вы сможете получить массу позитивных эмоций. А с 13:00 до 14:30 в свое творчество вам будут дарить творческие коллективы Управления народного образования. Также в это же время для наших маленьких зрителей будут проводиться интересные игры и забавы, а вы, уважаемые взрослые, сможете насладиться национальной кухней. А ровно в 14:30 мы всех вас приглашаем на танцевальный мастер-класс и незабываемый флешмоб, которым мы откроем концертную программу участников открытого городского фестиваля национальных культур «Тирасполь – столица дружбы и единства народов Приднестровья». Драж приєтін, віні ацвініт! Дорогі друзі, ласкаво просимо! Дорогие гости, добро пожаловать!